В страну возвращается теплая погода, заявили специалисты Белгидромета. Уже в четверг циклон, несущий северный воздух, сместится и перестанет оказывать влияние. Ночи останутся прохладными, обещают 8-15 градусов тепла. Днем будет плюс 21-27. На завтра метеорологи вынесли желтое предупреждение. По юго-западу страны прогремят грозы, усилится ветер. Индия под натиском проливных дождей. Они привели к переполнению одной из крупнейших рек Азии – Брахмапутры. От наводнений пострадали 26 районов. Бедствие омрачило существование свыше 2 миллионов человек. Стихия унесла 77 жизней. Непогода накрыла и Подмосковье. Ливень размыл региональную дорогу. 3 деревни и 4 дачных поселка оказались отрезаны от внешнего мира. В ближайшее время там оборудуют временный мост для пешеходов. В ликвидации последствий ливня дождей задействованы 32 единицы техники и 128 специалистов. Завтра в Бобруйске будет облачно, осадков не ожидается. Ветер в основном северо-западный, 3-5 метров в секунду. Днем столбик термометра поднимется до 22 градусов тепла, ночью опустится до 15 со знаком плюс. Анастасия Шевцова, Андрей Богдан, Бобруйск 360.